Если делаешь что-то, делай это отлично и всегда будешь первым. С этим незамысловатым жизненным кредо Полина идет вот уже 16 лет. Как признается сама девушка, оно ее не подводило. Всегда стараюсь сделать лучше. Я не останавливаюсь, например, на достигнутом. Я должна каждый результат совершенствовать, учитывая в любом случае есть какие-то ошибки, их учитывать. В Полине легко гармонируют учеба и творчество. Возможно, это гены, ведь мама девушки юрист, а папа был художником. На данное время десятиклассница уже завершила обучение в музыкальной школе по классу скрипки, и сейчас все силы брошены на то, чтобы с отличием окончить общеобразовательную школу. Практически на раз-два ей далась победа в муниципальном туре всероссийского конкурса «Ученик года». Старшеклассница с легкостью справилась с созданием видеоролика «Мое хобби», изложила свою автобиографию и написала эссе на тему «Экология моей души». Людям свойственно думать о негативных поступках, и в то же время он должен уметь очищать себя от всего нехорошего воздействия на себя, и мысли не должен стараться, не должен допускать плохие, так как человек, это ему все свойственно, но чистая душа должна быть чистой. Педагоги говорят о Полине как о очень об активной девушке. Она принимает участие не только в жизни школы, но и города. Неоднократно становилась победителем и призером музыкальных и интеллектуальных конкурсах различных уровней. На достигнутом десятиклассница останавливаться не планирует. Сейчас она активно учится и готовится к поступлению в ВУЗ. Профессию выбрала не случайно. Говорит, хочет стать врачом, потому что это благородная профессия.